принадлежит Моисей Киевский, который переписывал Захарий бен Аарон. Ну, я как бы думал, это уже отметил там Луцкус, по-моему. Ну, это совпадение интересное. Но после статьи ему же, он, по-моему, он показал, что это, как бы сказать, не просто совпадение. Во всяком случае, есть большая вероятность, может быть. Ну, конечно, определенности нет, и как бы не то, чтобы все согласились с этим тезисом. Но этот тезис заслуживает как минимум серьезной проверки. Я стал проверять этот тезис со стороны... как бы сказать, Моше из Киевска. И мне показалось, что я, в общем-то, укрепилось мое впечатление, что действительно в этой связи что-то есть. Я, как бы сказать, я не могу ничего, наверное, не могу ничего добавить по поводу личности Захарии бен Аарона, про который писал Моше, вот в новой статье он, так сказать, уже в последние годы, 2010-го, он заново представил этот вопрос, так сказать, уже на новом уровне. И я, вообще говоря, по своей, как бы сказать, по своей привычке, я обычно стараюсь, я вообще из истории, как бы сказать, ну, стараюсь так немножко дистанцироваться. И вообще, как бы сказать, представление о том, что какой-то тезис зависит от встречи конкретных людей, я обычно как бы боюсь на таких предположениях. То есть я говорю о каких-то влияниях, тенденциях, каких-то там, может быть, там, каких-то исторических эпох, каких-то кругов, но сказать, что вот это было вот так вот конкретно, это, с одной стороны, это очень интересно, как бы, детективно, как бы, сказать, дать некую детективную окраску. Но, в общем, это как бы тезис, что, значит, что вот именно этот Захарий, именно, значит, вот так, как написано там в этих источниках, первоисточниках по ереси жидовствующих, вот они встречались, и вот так вот все происходило, как бы это более чем, в смысле, это вероятно, но я немного не знаю, насколько можно больше об этом сказать. Сейчас я, секундочку, получается, что я уже, так сказать, у нас были какие-то части, я вот рассказывал свои биографии уже, собственно говоря, к теме перешел. Есть еще что-то, может быть, для структуры, значит, это было предисловие, так сказать, история, как я, значит, дошел до такой жизни, что я вот, значит, занимаюсь, говорю об этом. На эту тему, на тему Моисей-Скифский и сочинение или движение жидовствующих в Московской Руси, в Новгороде, в Москве. Ну, тогда, значит, наверное, предисловие закончу. Действительно, значит, что я хочу сказать. Вот есть эти листочки, да? Это листочки, я раздала, да? Да. Можно их раздать? Я раздала. А, раздали, да, хорошо. Значит... Ну, это имеет смысл упомянуть, что ты сформулировал тему доклада как евреи жидовствующие, да? Если никак не прозвучало, собственно, тема заголовок. А, я не знаю, это там, я, по-моему, я написал «Киевские евреи» или предложил «Киевские евреи» и движение жидовствующих в Московской Руси. Ну, это более-менее вот евреи и... значит, я исхожу из того, ну, как бы, что я думаю, что... Большинство из присутствующих эта тема достаточно хорошо известна, а некоторые просто специалисты ровно в этой области. Но поэтому я как бы с одной стороны не знаю, как бы с одной стороны неудобно излагать какие-то как бы общеизвестные вещи, с другой стороны. Значит, вопрос этот спорный по поводу связи, по поводу того, что вот это вот явление, которое его критики, борцы, с которым называли жидовствующими, движение жидовствующих, а скажем,
России в советское время это называлось Новгородско-Московская ересь, а сегодня это, так сказать, вопрос уже позиции автора, там, конфессиональной и прочее, значит, как называть это. Но, в общем, как бы есть солидный лагерь, который говорит, что нет какой-то значимой роли, так сказать, еврейской в этом всем движении. Это какой-то внутренний, связан со внутренними процессами, так сказать, в московском, ну, как это сказать, просто в русском обществе. И другие, которые доказывают, что вот это было действительно такое, значит, инспирированный или, значит, возникший под влиянием каких-то еврейских источников и еврейских кругов движений. Значит, я хотел бы сказать, и с этим связано, помимо как бы вот этой всей исторической вещи, которая описывается там в послании Геннадия, у Иосифа Волоцкого, и которые приводят там, ну, связано с какой-то политической борьбой, и которые приводят к соборам, и к преследованию, и казням, и прочему. Это одна сторона. Другая сторона, который тоже вопрос, как между вот это вот историческое движение, как с этим связано. У нас есть рукописи, которые сохранились, которые переписывались, и которые обозначаются, во всяком случае, некоторых обозначают как литературу жидовствующих. В статье, вот последней, например, ну, собственно, во многих местах перечисляются какие-то сочинения, значит, в статье Моше перечисляются сочинения, которые относятся к литературе жидовствующих. По поводу некоторых это более, скажем, принято, насчет других сочинений спорят. Там есть логика жидовствующих, есть шестокрыл, есть всякие другие сочинения. И вопрос, помимо, можно даже разделить, помимо того, что каковы были источники движения, которые описываются исторических вот этих событий, которые связаны с борьбой в Новгороде, в Москве, с соборами 490-503 года и так далее. Другой вопрос, какая связь евреев или какая доля, так сказать, еврейских авторов в литературе жидовствующих. Я скорее занимался больше вторым вопросом. Мне кажется, что если взять такой момент, например, у нас есть рукопись, от которой, как бы сказать, очень много ниток идет. Есть рукопись 183 Венской библиотеки, которая, ну, давно описана, и в которой, во-первых, именно там найдено было впервые, что есть такой Захарий бен Аарон из Киева, и он переписывает книги, и там же Моше Киевский, там есть сочинение Моше Киевского, и рукописи переписаны для Моше Киевского, его учеником, и там есть надпись владельца Моше Киевский, Моше не Киев. Значит, вот эта большая рукопись, она включает в себя 8 или что-то такое сочинений, кодекс. Я не буду сейчас входить в детали, но достаточно того сказать, что в этой рукописи есть комментарий на шестокрыл и есть фрагменты с тайной тайных. То есть есть рукопись, которая переписывается вот в кругу Моше Киевского, и там есть 2 сочинения, которые мы знаем как сочинение литературы жидовствующих примерно в это, ну, чуть позже, скажем, это 60-е годы 15 века, а чуть позже мы знаем это сочинение в России. Не в России, это я некорректно это говорю, значит, на Руси. Понятно, что, то есть мне кажется, опять же, это 100% заключения отсюда нельзя, но, как бы сказать, корреляция достаточно сильная. То есть такая вещь, мне кажется, случайной быть не должна. При том, что, значит, я говорю, какие конкретно были эмиссары, и в каком году там, и кто с кем встретился, так, как описывает это Геннадий, или не так,
Это другой вопрос. Но то, что евреи Киева и, значит, вот эта литература на Руси, это сообщающие сосуды, мне кажется, что наличие двух таких довольно специфических сочинений вместе, они, значит, достаточно об этом свидетельствуют. То есть, вне зависимости, даже если мы ничего не знаем про этот сюжет, который нам рассказывают источники, это само сопоставление, оно само, так сказать, достаточно значимо. Теперь я хочу сказать, что, в принципе, вот я в той статье пресловутой, которую я написал тогда, после, прочитав, значит, статью Муше, ну и, так сказать, уже послушав немножко, значит, там, ходил на некоторые занятия, хотя мы не занимались тайных, но как бы, значит, пообщались, я, в общем, был введен, так сказать, им в эту проблематику, я написал статью, и, в общем, так вот она, дальше я ее несколько раз излагал, и, в общем-то, она была хорошо, достаточно хорошо принята, хотя, опять же, конечно, она не убедила, тут очень люди, у всех очень твердые позиции, она не убедила тех, кто занимал какие-то другие позиции. Я планировал написать ее по-русски, я помню, что я планировал ее опубликовать в каком-то сборнике, значит, в честь или что-то, значит, ехал Соломон Шевурье, я скончался, в общем, я это дело, значит, забросил, и так это, значит, существует там какие-то, кто-то это цитирует, и, в общем, вот Моше тоже упоминает, значит, в своей статье, там, неопубликованную статью там и так далее. Вот так она в фольклоре существует каком-то. Значит, какой там основной был тезис? То есть было несколько тезисов. Первый тезис – это совпадение или некое пересечение эсхатологии. То, так сказать, что обратило мое внимание, когда я начал вот заниматься этим. То есть когда я попытался посмотреть с еврейской стороны, я обратил внимание на совпадение эсхатологии. На совпадение эсхатологии вот в каком плане, что вся эта история с жидовствующими очень сильно связана с, так сказать, с наступлением 7000 года. 7000 год по европейскому календарю, значит, это Рождество Христово, так сказать, ну, по, значит, это 1492, это счет, который не применялся тогда, значит, на Руси, но, значит, это был, для них наступал, значит, приближался этот год 7000, по-моему, послание Геннадия, это 87-й год, 1787-й, значит, и вот он говорил, что сейчас вот, вот собственно, первый тут, значит, первая цитата послания Геннадия Асафу. «А что бы Иси послал по Паисии, да Панила, да с ними бы Иси о том посоветовал. Приедут 3 лета, значит, за 3 года, кончается 7000, инна, и я слыхал у Алексея, это один из главных еретиков. И мы деи тогда будем надобны, и на еретице себе надежда чинят». А, значит, озабоченность приближающейся даты и того, что еретики будут использовать это, значит, для какой-то своей пропаганды, там очень видно, ясно выражено. Там же появляется тема Шестокрылова. Это не нужно было, наверное, стоило вообще это письмо распечатать, потому что там несколько важных. Это одна из самых ранних и самых важных свидетельств вообще вот об этой, как бы, версии, о версии развития событий с точки зрения, значит, Геннадия, вот это вот письмо. Он там говорит, что я смотрел Шестокрыл и нашел там ересь, годы поставлены от Адама, и там у него было 5228, если мне память не изменяет. Ну, в общем, до 7000 очень далеко.
И, значит, то, что мне кажется, что здесь, то, что я увидел вот в этой фразе, что тут не просто речь идет о том, что еретики у них, так сказать, еще шестая тысяча не закончилась, это вот сотворение мира, там примерно на, ну, было бы на 1500 меньше. Нет, не на 1500, ну, аж на 1000 с лишним меньше. И, значит, еще далеко до шестой, тем более до 7000. И, значит, можно было бы подумать, что Геннадий озабочен этим, что их лит исчисление еще продолжается, а наши кончатся, и это, как бы сказать, будет использовано для пропаганды. Но мне кажется, что в этой фразе говорится что-то другое, что скончается 7000, тогда мы тогда будем надобны. То есть он это ожидает что-то позитивное, что-то произойдет позитивное. 7000 лет — это не просто как бы время, когда у них как бы какие-то предсказания не сойдутся, а что-то произойдет позитивное с точки зрения. И меня обратил внимание, что на эту же дату или почти на эту же дату приходится эсхатологическая дата, которая существует в Шушан-Судот, в сочинении вот этом самом Якова, Моше бен Якова, значит, Моисея Киевского. Эта дата очень интересная, вообще вокруг нее закручено очень много. Эта дата, значит, она существует в двух вариантах. Я считаю, что может быть о двух вариантах. Это две разных даты, но это как бы два варианта одной даты. Одна — это 5000 по еврейскому летоисчислению, 5250 год. Другая — 5252 год. Первая дает 1490, вторая дает 1492 год. Из каких вычислений, я скажу, из каких вычислений это следует. Но, значит, это, как вот Моше отмечает в своей статье, в принципе, о том, что не только христиане, не только Геннадий, но и евреи ждали Мессии примерно в это время, или конца света в это время. Это отметил, допустим, Эттингер. Но на самом деле это как бы сказать верно, но это еще не вся. Не вся суть не в этом. А суть вот в чем, что это тоже, в принципе, Муше приводит. Суть в том, что эта дата появляется как, с одной стороны, из всяких каббалистических, можно назвать, вычислений, а с другой стороны, говорится, это дата, которую указал Иисус народом мира. Ешу, значит, народом мира указал именно эту дату. То есть они апеллируют к христианской традиции, говорят, что то, что, значит, вы говорите про конец света, это действительно, значит, нечто в эту дату произойдет. Он говорит, что Иисус имел в виду, что в это время разрушится власть народов. Будет хурбан, разрушение. Ну, собственно, я забегаю вперед, тут есть эта цитата, мы ее сейчас прочитаем. Давайте мы ее прочитаем, правда. Я, значит, тут есть иврит и есть перевод. Тайна, в каком порядке? Ну, пожалуй, тогда, значит, мы должны уже входить в перевод. Хорошо. Тайна, в каком порядке будут служить сферот в годы седмицы? Сколько времени будет служить каждый из них, и в правлении какой сферы придет избавление к Израилю? Значит, во-первых, значит, это каббалистическая доктрина 10 сферот и 10 ипостасей. Вторая доктрина, которая здесь присутствует, это доктрина шмитот, или, как это сказать, 7000-летий. Значит, это доктрина, которая, ну, так, приобретает большое значение где-то в XIV веке, в основном, начиная с XIV века. Некоторые считают ее отличительной чертой византийской кабалы. Доктрина о том, что существует несколько, как минимум, 7 7000-летних циклов, при которых, значит, обычно существует 6 тысячелетий, которые существуют, соответствуют 6 дням недели и 6 сферот, 6 божественным ипостасям, которые связаны с творением. 7-я, которая соответствует 10-й сфере царства, это возвращение, как бы, или
погружение мира в хаос, а по прошествии 7000-летнего цикла происходит обновление мира. Такие, ну, как бы такие, значит, циклы, которые мы знаем в других, значит, в других религиозных традициях, значит, великий там год и так далее, значит, есть различные традиции, когда мир возвращается к началу, значит, и начинается снова. И, в принципе, вот эта традиция, что как минимум есть 7 7000-летних циклов, это, собственно говоря, традиция связана с термином Шмита. Шмита – это субботний год, как бы исходное значение, а Шмита включается в цикл, который, значит, есть там 50-й год, юбилей. Вот это все здесь перенесено, так сказать, годы превращаются в тысячелетия, и вот возникает такая доктрина. Значит, и вот они спрашивают, в каком порядке будут служить сферот в годы седмицы, и сколько времени будет служить каждый из них, из этих сферот. Я сначала сказал 10, а здесь мы сейчас увидим. По идее, их здесь 7 только, поскольку это седмица. И в правление какой сферы придет избавление к Израилю? Знай, что это тайна драгоценная и сокрытая, немногие разумеют ее. И чтобы сохранить это для себя и передать память тем, кто придут после меня, запишем следующее. Я говорил, что эта книга, на самом деле, она выглядит как, часто как записная книжка. Такие заметки для памяти. Там нет каких-то цельных рассуждений. Поэтому часто, чтобы понять общую картину, нужно обращаться к его источникам, а недостаточно читать только эту книгу. Ну хорошо, что он здесь говорит? Известно, что 6000 лет быть миру, а 1000 лет пребывать из разрушения. Эта фраза существует, это уже талмудическая фраза. Там нет никаких циклов, там есть одна, значит, один как бы цикл, он не цикл, просто одна 6000-летняя история и один год возвращения мира в хаос. Или не в хаос, но в какое-то такое первобытное состояние. И у нас есть предание. Это, значит, талмудическое древнее изречение. Рав Китнов в трактате Санедрин говорит такую, значит, фразу. И дальше заявляет Рав Моше, у нас есть предание, что каждая сфера служит 500 лет. И начало от сферы Кетер, 500 лет Кетер и так далее, значит, и 500 лет Малхут. То есть он несколько неожиданно, на самом деле не он, это его источник, но тут переворачивается как бы привычное представление. Каждая сфера соответствует не тысячелетию, а 500-летию. И тогда, значит, естественно, в 6000 лет укладывается 12 сферот. Значит, 10 сферот, всего сферот 10, да, стандартно как бы десятерица сферот. Иногда, когда вот говорят про 7 сферот, то 3 верхних как бы оставляют как что-то такое трансцендентное, непричастное миру. Но здесь именно все действуют, все сферот, начиная с Кетер, самой высшей сферы. Значит, и когда проходит весь цикл 10 сферот, то прошло 5000. Значит, так завершилось 5-е тысячелетие, и годы вернулись к Кетер. Значит, то есть после завершения 10 сферот, 5000 лет, снова попадаем в Кетер, а Кетер – это высокая, высшая сфера. И вот мы ныне, значит, в 269 году 6-го тысячелетия, отсюда мы видим, что это написано в 1509 году, он уже в Крыму, Моше из Киевской, и пишет как бы уже после сакраментального 1490 года. Во втором 500-летии Кетер и при власти этой, значит, во втором 500-летии, потому что первые 500 лет были тоже 500-летия Кетера, вторые, естественно, 500-летия это от 5000 до 5500 года. Так завершилось 5000-летие, так, хорошо. И при власти этой сферы придет Избавитель, ибо Гоэль при замене от Баш соответствует Кетер. Это вещь, которая может важна, может нет, но если мы возьмем слово «кетер» и заменим буквы на симметричные, то есть третью букву от начала заменим на третью букву с конца и так далее. Значит, и тогда из «кетер» у нас превратится, получится слово «избавитель».
И у нас есть предание, что до прихода Избавителя, до конца 7-го тысячелетия будет власть Израиля. То есть он как бы переосмысляет эту талмудическую фразу, говорит, что то, что говорится разрушение, на самом деле не разрушение, а предание говорит, что это будет как бы царство Израиля. И когда он сказал, кто он, что 1000 лет пребывать в разрушении, он предупреждал, что будет разрушена власть народов. Он не хотел открыть этого, чтобы не преследовали его. Он – это Иисус. И это видно из следующей цитаты, из нескольких цитат. То есть мы так, ну как бы я когда читал, я это сразу понятно, что речь идет, что Иисус, что не Рав Кит, на котором Талмуд это изречение приписано. Тут есть какое-то переосмысление. Во-первых, это речение принадлежит Иисусу, во-вторых, значит, оно каким-то образом таким пересмысляется. Но это совершенно становится ясным, когда мы идем к источнику этого текста, этой концепции. Это источник, это Сефер Плия. Есть, значит, очень важные, интересные, значит, книги, которые являются основным источником для Моше из Киевского, ну, самым, скажем, объемным. И, может быть, самым таким характерным для него это Плия и Сефер Кана. Это две таких довольно интересных книги. Были разные мнения по поводу того, когда и где они написаны. Собственно говоря, значит, вот как раз этот материал служит, на мой взгляд, окончательным доказательством, что они написаны в Византии. Потому что привязка идет именно к византийскому летоисчислению. Но что вот 1490 год, ну или 492, это как бы сказать в пределах, значит, допущения, он является 7000 годом, это может быть только в Византии. Это не может быть ни в Испании, куда некоторые относили эту книгу, не где-то в том, значит, западноевропейском регионе. И, значит, в этой книге «Сефер Плия» на самом деле, значит, эта тема встречается очень много раз. Там есть десятки раз говорится про этот год Ран, 250-й, то есть 5250-й, то есть 1490-й. И я вот, значит, не перевожу всю цитату, я перевожу кусочек цитаты. 5250 год – это середина 500-летнего правления Кетера, и тогда придет Мессия, как сказано, когда воспоют вместе утренние звезды, вострубят сыны Божии. И тот человек, это часто достаточно типичное обозначение Иисуса, тот человек назвал подчинение народов под рукой Израиля разрушением мира и боялся, ибо боялся возвестить им их падение. А в другом тексте, который я не перевел по причине как бы недостатка времени, там прямо сказано, что это Иешу сказал народам мира. Говорится, что Иешу был очень хитрый, и поэтому он так это все закамуфлировал. Понятно также, что книга, и это видно из каких-то других соображений, но книга написана, скорее всего, в начале 15 века в Византии. То есть до падения Византии, но, видимо, где-то, собственно говоря, там это уже было как бы все ожидаемо, и, скорее всего, где-то, значит, в 20-е, может быть, годы 30-е 15 века эта книга была написана. И тогда это Моисей из Киевский, когда пишет, он уже как бы не подчеркивает эту идею, что именно середина, то есть точная дата, поскольку он пишет через 19 лет после этой даты, то, значит, у него уже не может быть такой, значит, определенности. А здесь, как бы, до этой даты еще лет 60 или там что-то в этом духе, они, значит, указывают точно эту дату. Что тут еще очень интересный момент один, пожалуй, вот, значит, это книга на еретиков, или, значит, на новгородских еретиков, которая называется «Просветитель», как бы обычно
традиционно Иосиф Волоцкого, да, как бы одно из самых заметных сочинений противоэретических. Оно написано позже, может быть, не по горячим следам, но тем не менее оно, как бы сказать, показывает, какая проблематика. Это слово, восьмое слово, оно, по-моему, какой-то вариант его появлялся отдельно, сказание 7000. И там, значит, он как раз тоже вот с тем вопросом, который беспокоил Геннадия, что значит с этой 7000. Это тоже написано уже после того, как 7000, значит, прошла, благополучно или неблагополучно, но прошла. И вот что он тут говорит, как бы я не буду все зачитывать, но тут есть некая, заметим, такая настойчивая тема. Когда святые отцы писали великий миротворный круг, установили пасхальный предел. Круг же этот составили на 532 года. И круг этот обращается так же, как лунный круг и солнечный круг индикта, и не имеет конца. Ну, во-первых, тут идея, что он, во-первых, как бы цикл времени он бесконечен, и нет никакого жесткого конца. Второе, что важно, что число это 532. Значит, дальше есть разные рассуждения того, как неправильно говорили, что 6 тысяч лет или 7 тысяч лет. И еще последний абзац. Скажем вот, Пасхалию писали на разные сроки, но все исходили из миротворного круга. И так далее. Однако начало всему миротворный круг. Если бы Пасхалия была сложена святыми отцами на 7 тысяч лет, то в 7000 году миротворный круг окончился бы. Но 7000 год пришелся на 84 год нынешнего миротворного круга. Вот он все время, вот этот миротворный круг. Миротворный круг, это значит, это 19 на 28, да, значит, солнечный индик, значит, солнечный цикл и умножить на лунный цикл, и тогда, значит, через 532 года, значит, все повторяется, как бы сказать, все полностью синхронизируется, и, значит, как бы достаточно составить календарь на этот, значит, цикл, и дальше будет все повторяться. Интересно, что он подчеркивает очень это число 532, и на самом деле он подчеркивает его против другого числа, именно 500. Дело в том, что если даже почитать Геннадия, даже если почитать описание самого Иосифа, истории там, то получается, что 500 лет – это какая-то важная единица счета. Что 500 – это основа летоисчисления. 500 – оно как бы легко увязывается с тысячами, с 7000, а 532 – никак, ну, как бы, никаким разумным способом. Есть так, значит, об этом стоит много говорить, или это я чувствую, что это не распечаталось. Почему не распечаталось? Теперь вот нет. Тут есть такая страница, это не пронумерована страница, где написано в начале страницы Турилов-Чернецов. Это, значит, опубликовано в 85 году книга Рафли. Книга гадательная, которая написана, ну, во времена, скажем, Иоанна Грозного, такой Иван Рыков, значит, публиковал вот такую вот книгу. Она достаточно интересная. Она, значит, ну, это 100 лет, ну, не 100 лет, это, скажем, 70 лет после интересующих нас событий, скажем, после литературы жидовства. Поэтому ее нельзя прям так отнести к литературе жидовства, хотя это иногда делается. Она очень часто фигурирует в списках отреченных книг, но после, опять же, поздних, там, 100 глав и так далее. Она фигурирует вместе с 6-крылом, вместе с Аристотелем и вратами. То есть она в этой компании, во всяком случае, в 16 веке, она ассоциируется, так сказать, весьма уверенно с этим, значит. Там есть, я вот не знаю, сейчас я так найду, сходу или нет, там есть текст, там есть фразы, которые очень действительно похожи на почти совпадают с текстами
тайное тайных. Да, и вот это вот предисловие, что Аристотель, как это исполнил? Да, это? Есть две такие фразы. Две фразы, да? Например, сию бы мудрость исполнил Аристотель, философ, глав всем философом первым. И так далее. Да, значит, какая-то связь есть. Допустим, что этот, понятно, что Иван Рыков там, значит, в 16 веке там что-то привнес, что-то свое. Но какие-то корни этого текста, возможно, возможно, коренятся в этом, тоже в этом периоде. Но, во всяком случае, достаточно нам прочитать два абзаца, вот, которые я тут принес из «Видений». Эта книга имеет, значит, ну, некая практическая, там, некая гадательная техника, то, что называется «Рамл». И есть там какое-то предисловие достаточно интересное. И вот «Любовью же сия божественные артикулы слагах, сий миротворный круг сводя и располагаясь пятьсотным кругом». То есть он озабочен соединением, согласованием 500-летнего круга и 532-летнего. «Как переходят оба те великие круги по своим 12 животным стихиям сирич зодиям», и так далее, и так далее. Значит, это все не важно. И опять же, значит, следующий абзац. «Разумно подобает располагать и сотворенные вся стихии, ему Вседержителю Богу на все состоящие построения блага, весть Его все вы сия да разумеют, вы же возлюбленные чады, весь род человеческий, почтитесь о всем богодухновенном расположении миротворного круга обоих великих светил, то есть Солнца и Луны, на пятьсотный круг, а с пятьсотного круга на миротворный круг без всякого еретического и схизматического мышления». Это интересно, и, как сказать, это требует дальнейшего исследования, вся эта тема. Но мы видим, что он здесь очень озабочен согласованием 500-летнего круга и 532-летнего круга. Как я сказал, мы видим, что на самом деле, что структурирование истории и у Геннадия, и у Иосифа идет по 500-летнему, но когда он хочет отбиться от, значит, от того, что 7000 лет это каноническая дата, он говорит, что нет, это дата не каноническая, потому что если бы она была каноническая, она должна была бы делиться, ну, соответствовать 532. А поскольку она не соответствует, ну, это как бы он там хочет, как бы сказать, откреститься, так сказать, от традиции, связанной с тысячелетиями, с семитысячелетиями, а традиция эта вполне, как бы сказать, была сильная. Да, он просто хотел там с поэтическими целями сказать, что нет, ничего подобного, есть только 532. Мы видим, что здесь, значит, что в тексте совершенно другом, а именно в Шошан Судот и в Сефера Плия, там эсхатология построена тоже на разложении 7000-летия по циклу на 500, в отличие от, как бы, стандартной традиции счета по тысячелетиям. Как бы, логика тысячелетия очень простая, мы ее знаем. Там неделя, 7000 лет, 7 дней, один день в твоих глазах, 1000 лет в глазах твоих, как один день. Есть какая-то понятная традиция. Откуда берутся эти 500 лет, можно только гадать. Но, во всяком случае, они берутся и здесь, и в традиции, значит, еврейской, и в традиции русской, которую мы видели. И на самом деле согласование с 532 и 532 и 530 присутствует и в тексте, значит, в еврейском тексте. Я не знаю, как это где-то лежит у меня. Нет, здесь же, на той странице. Где? Турива. Держит себе 32 пути мудрости, в этом причина 532-летнего цикла. То есть путем некого, это на самом деле старый такой фокус, значит, как связать 500 и 532. Очень, он не очень содержательный с точки зрения любых вычислений, да, потому что тут складывают там километры и, я не знаю, как это сказать, рубли. Но, значит, тем не менее мы видим, что человек озабочен, как привести, точно так говорит книга Рафли,
согласовать 500-летний цикл и тот 32-летний цикл. Это достаточно специфические технические вещи, совпадения, которые могут быть, не могут быть такими уж случайными. Окей, это одна тема. Одна тема, значит, хатологии. Если суммировать, я не знаю, но суммировать... Да, надо сказать еще, пожалуй, замечание, что тема жестокрыла, как бы, до сих пор я не понимаю, честно говоря, жестокрыла. Как бы, минимальное, минималистическое понимание этого, что он просто заглянул в жестокрыл и увидел, что там, как бы сказать, дата 5228, а у них тут 7000 подходит, это его как бы обеспокоило. Ну, возможно, что в шестокрыле, хотя я как бы непонятно, что там можно увидеть, но впечатление такое, что-то они видели в этом шестокрыле больше. В принципе, он имеет отношение тоже вот к этим пиндиктам, поскольку там все раскладывается именно по 19-летним циклам. Ну, это астрономические таблицы, по сути дела. Но, тем не менее, значит, каким-то образом они, эти вот вычисления, каким-то образом были очень сильно увязаны, значит, вычисления по этим циклам и какие-то другие вычисления. Поэтому, может быть, вот с той темой, как бы раскопать вообще вот вся эта история с миротворным кругом и как он, почему его нужно сочетать, сводить с 500-летним кругом, значит, она требует расследования. Еще я должен сказать, что, возможно, я не знаю, но, в принципе, нужно понять, что все-таки это сочетание двух светил, великое, как вы сказали, сочетание двух великих светил. У нас есть известная астрологическая тема соединений, великое соединение и так далее, которое иногда, то есть, по мнению астрологов, как бы авторитетных, при великом соединении происходит смена религии. Значит, и, ну, как бы там Кеплер, по-моему, объяснял так звезду Рождества и так далее. Ну, неважно. В общем, есть такая большая тема астрологическая, так сказать, великое соединение. Это не совсем то, это не совсем вот тот миротворный круг, но они как-то связаны. Как датируется этот мотив? Я думаю, где-то с античности. Вот эти все темы, это с античности, как связан Платонов год, там есть всякие такие... Митраистская тема, сколько митраистская, да, непонятно, она исконно митраистская, то есть что такое митраизм вообще, так сказать, митраистская астрология, откуда она идет. Ну, епархия священная. Ну да, это как бы сказать... очень большая тема, я говорю, она требует расследования, при этом я хочу сказать... Я хочу сказать, что только еще последок, что возможно, что когда будут петь вместе утренние звезды, то есть возможно, что это намек на соединение звезд, то есть не просто так, как бы будет что-то очень хорошо, а вот когда будут петь вместе, тогда, значит, затрубят Сына Божия. То есть вот этот стих, который служил этой датой, значит, обоснование этой даты, он может тоже намекать, как бы, на полях это, как бы сказать, не имеет отношения, просто у меня вспомнилось, есть такая фраза «Аколь талуй бейхаль, аколь талуй бемазаль, афилу сефер Торы шебейхаль». Все зависит от звезды, даже свиток Торы в ковчеге. Может быть, по этой теории можно понять так, что от расположения звезд зависит, какой свиток, какой Тор лежит в ковчеге. Окей. Это, значит, по поводу, значит, того, что происходит какая-то контаминация, какое-то переключение с хатологией еврейской и христианской, и каждая из них при этом строится на каких-то своих, так сказать, исходит из своих импульсов, но они, как бы сказать, каждый интерпретирует. Они интерпретируют друг друга, они вчитывают друг друга, во всяком случае, мы видели, что, значит, они приписывают Иисусу, так сказать, этот свой, значит, свою дату. Ну, в общем, это одна тема, которая мне казалась очень важной. Другая тема, она тоже связана, но это все как бы сказать, достаточно
хитрая эта тема, значит, прозелитов. В книге как Шошан Судот, так и в книге Плия, которые, как бы сказать, я пришел к тому, что их нужно рассматривать в связи. Как и потому, что обрывочный часто Шошан Судот или такой лаконичный раскрывается через, через Сефера Плия. А возможно, что можно сказать, что на самом деле какие-то источники каких-то движений или какие-то импульсы, которые потом развертываются в Киеве, они на самом деле коренятся в Византии. Значит, вот, скажем, годы учения Моше Киевского, он учился в Константинополе, и, видимо, там он в юности познакомился с этими текстами, и, видимо, он их привез, у него была большая библиотека, я почти уверен, что он привез эти тексты с собой. Вот, и там есть очень интересные, различные интересные темы, связанные с прозелитами. И, на мой взгляд, кое-что из этого может объяснять вот какую вещь. Как бы одна из основных проблем или основных, значит, препятствий для того, чтобы действительно считать, что была какая-то реальная вера жидовствующим, это, допустим, говорится, что вот, значит, жидовин, он воротил свою веру там как такого-то Алексея, там Дениса и так далее. И потом их сразу назначили там настоятелями главных московских, ну, там, очень быстро. Трудно себе представить, что человек, который принял иудаизм, значит, сможет потом, значит, функционировать в качестве, значит, настоятеля там Успенского собора. Поэтому реальность как бы этого, значит, не может быть. Это может быть обвинением, да, но не может быть реальностью. Да, значит, как, ну это вообще книга основная, которая по этому поводу, это книга Лурье, Казакова и Лурье, ну часть про жидовщик это Лурье. Она была написана в 55-м году, как бы сказать, предоттепель. И как бы у него был такой основной тезис, который, видимо, тоже имел актуальное значение, что, как бы сказать, не то чтобы обвинения, они не являются неким зеркалом, даже искаженным зеркалом реальности, а это просто отражением той статьи, которую, так сказать, мы хотим пришить этому, значит, объекту. И поэтому, значит, они совершенно не служат никаким свидетельством о том, что, значит, что имели в виду, значит, эти люди. Но, как бы, эти все проблемы понятны. Но вот что я хочу сказать, что возможно, возможно, что на самом деле прозелитизм понимался там как-то иначе. Что вот эти вот люди, которые обсуждали и, так сказать, представляли вот эту еврейскую сторону там, в этом движении, они представляли себе прозелитизм несколько иначе. Например, вот эта вот простая фраза, цитата неизвестно откуда, выглядит, скорее всего, это не Раши, но как бы там выглядит, как будто это цитата из Раши. Еще сказал царь Давид: «Мир ему Господь хранит пришельцев». Толкование, но это не Раши. Скорее всего, там был просто пируш, а какой-то переписчик решил, что это пируш Раши. Значит, толкование. Творец засчитывает прозелитам, как будто они исполнили всю Тору от алиф до тав. Там на иврите сказано «эдгерим», «эд» — это первая и последняя буква алфавита. Получается, что они, как говорится, исполнили Тору от и до. Да? То есть сам факт прозелитизма, в чем, значит, бы он не состоял, он, значит, уже засчитывается, как будто он исполнил всю Тору. Надо сказать, что такая идея есть в Талмуде, немножко не так, но сказано «Коля кофер бавадазара килу кем толя кура, коля тора кула». Всякий, кто отрицает идолопоклонство, как будто бы исполнил всю Тору. Возможно, это тоже было, как бы сказать, некое высказывание, которое приветствовал именно вот каких-нибудь боящихся Бога или, в общем, людей, которые не
принять иудаизм не связывали с, значит, соблюдением, значит, заповедей, как бы сказать, в полном объеме. Вот. Этот мидраш, который Моше приводит его в краткий, в примечаниях у него есть ивритский текст. Ну, я, пожалуй, как бы сказать, я думаю, что уже время, как мне никто ничего не говорит насчет времени, я не знаю, там, какие у меня есть. Ну, 20, наверное, еще есть. Окей, ну, в общем, я думаю, что нужно уже как-то, значит, ускорять темп. Но, значит, идея состоит вот в чем. Есть такой мидраш, который говорит, что больше, что геры, которые стояли, празелиты нашего времени, больше, чем израильтяне, стоящие у горы Синай. Надо сказать, что это высказывание есть действительно в старом мидраше, и там очень понятно, там сказано, что эти вот евреи, они слушали там трубные звуки, вообще им Бог являлся, и вот они приняли Тору, и то со скрипом. А значит, этот человек, который ничего не слышал, никаких, как и пришел, значит, и принял Тору, так он больше. Но они, как бы, средневековые комментаторы обычно как-то это иначе понимают. И важна тут такая штука. Значит, важно здесь, что вот в конце этого абзаца, я читаю русский перевод, они, то есть евреи, они создали тельца. И они согрешили и порубили саженцы, сквернились, и презелиц совлек с себя покров нечистоты и совершил соединение собрания Израиля с его супругом. Значит, здесь каббалистическая вещь, каббалистическая терминология, идея, которая весьма важна. Она говорит следующее, что для, ну, для, скажем, Шейскиевского, для его источника Сефера Плия, главный грех – это вот это вот рубить саженцы, или срезать саженцы. Кицуц бенетиот. Эта фраза берется из знаменитой истории о четырех вошедших в Пардес. Идея этого такая, что, значит, в его интерпретации, что есть, значит, вот эти вот высшие ипостаси божественные, сферот, их, как бы, самая важная основа всего – это их единство, чтобы они находились в единении между собой. Но это единение зависит от дел человека. Человек совершает там какие-то грехи, определенные грехи, и, как бы, в конечном смысле это именно, ну, это и грех Адама, и вообще говоря, это архетип греха, это разделение между высшими ипостасями. Особенно это касается между Тиферет и Малхут, между, значит, той сферой, которая называется Тиферет, центральная сфера, и Малхут, она же Шхина, она же божественное присутствие в мире. И вот, как бы, отношения между ними — это очень такая подверженная всевозможным влияниям, значит, связь, и человек, греша, он, как бы, производит такое разрушение на уровне даже божественной онтологии, и, как бы сказать, это приводит к разрушению в мире и так далее. И наоборот, если человек соединяет, то это приводит, значит, к восстановлению мира и так далее. И вот, значит, дарование Торы – это был момент брака. Был момент священного брака, вот это вот соединение, там есть Тиферет, это является мужским началом, Шхина – женским, и все это описывается как священный брак. И вот во время этого священного брака, значит, евреи сделали тельца, и тем самым они, как бы, разрушили эту связь, как бы сказать, они нарушили и, по сути дела, совершили предательство и прелюбу деяния. А празелит, напротив, он совлек себя покров нечистоты, совершил соединение собрания Израиля с его супругом. То есть сам факт празелитизма, тут именно даже важно, не про, как бы, есть вот, если сравнить это текст Моисея Киевского, если сравнить текст как параллельный из книги Плия, там видно, что там речь идет о статусе индивидуума, что происходит с самим празелитом. Почему он выше того еврея. А ему, его сейчас не интересует, произведение интересует эффект его действий.
Вот эффект действия прозелита такой, что он совершает соединение собрания Израиля, это женская ипостась Шхина, это еще одно название, это значит женская ипостась десятой, и десятой сферы, и супруг, то есть Тиферы. То есть Гер своим актом, значит, признания, значит, он совершает как бы главное, что вообще говоря, на чем держится мир и от чего зависит избавление. То есть акт прозелитизма есть непосредственно акт избавления. Да, это оно и есть, соединение Израиля с его супругом. И поэтому это как бы, если мы читаем две эти фразы, предыдущие, что засчитывается, значит, прозелиту, что он исполнил всю Тору от Алиф до Тав, и это значит, что прозелит совершает соединение Израиля, значит, собрание Израиля с его супругом, это более-менее взаимно они дополняют. На самом деле, как бы сказать, дальше идет вещь, которую я просто не стал приводить, потому что, ну, как бы у нас по законам жанра нужно перевести по-русски, это довольно там, значит, такие заковыристые каббалистические построения, которые в основном присутствуют в Сефер а-Плия, как бы они гораздо меньше отражены в Шушан Судот. Там показывается, что именно год Ран, тот самый год 5250, он связан именно с этим процессом, с процессом соединения, там, собирания душ каких-то, есть там понятия такие отвергнутые или оттолкнутые души, и собирание их, возвращение, это и есть, значит, соединение, вот оно и совершается, это соединение, и совершает это избавление. То есть, мне кажется, это требует еще, как бы сказать, более подробного анализа. Ну, я частично сделал в работе, но это требует некого объемного, на самом деле, анализа, чтобы это показать последовательно, там, терминологически, там, что вот этот процесс, он именно связан с годом Ран, с годом 5250-1490. Еще что я хотел сказать в этой связи, я привел, нет, есть еще одна удивительная вещь, но как бы она просто заслуживает. Федор Жидовин. А Федор Жидовин, да, хорошо, это вот я жалею, что нет. Еще одна очень коротенькая фраза. Дело в том, что вообще, как бы, так сказать, теософская концепция такая вот теургическая, то есть когда какие-то действия, в частности, оказывают влияние на сферу божественного, она может совершенно поразительным следствием приводить. В частности, она может приводить к таким следствиям, что Иисус, скажем, совершив, если Иисус совершил кицуц бенетиот, вот это вот рубил саженцы, не просто он, значит, плохой, он что-то плохо сделал, а он взял с собой кусок, как бы сказать, ну так, огрубляя, да, божественности. И она оказалась действительно, он действительно ее взял, она действительно там находится. И она действительно, ее нужно вернуть. И это очень интересно. И там есть поразительный текст, который я, к сожалению, не писал, это одна фраза. Я ее, пожалуй, прочитаю. Она меня, значит, она как бы сам по себе заслуживает внимания. Из Шушан Судот. Нет, не из Шушан Судот, из Плия. Плия. Да, значит, это как бы отдельный вопрос, как мы можем использовать, значит, тексты. Но и эта фраза, поэтому, может быть, я ее и не включил сюда. Там есть такая, я ее прочитаю на иврите, это одна фраза. «Им тасим даат тире бе метатрон бе гематрия бе садай» или «бе шадай» «бе гематрия сио зеуки тире хамор сонеха о сио недахим ве карали тиферит сонеха шата дахита сио шигу бе садай». Это криптография. Текст, так сказать, загадочный, возможно, намеренно загадочный. Перевод, так сказать, буквально. Если ты обратишь внимание, то ты увидишь, что в Метатроне, это верховный ангел, численное значение этого в поле или имя Шадай, пишется одинаково, да, мы не знаем. И численное значение этого 316. И это
про это говорится, когда ты увидишь осла врага твоего или овцу его, потерявшийся, заблудившийся, и он назвал Тиферет врагом твоим, потому что ты оттолкнул Сио, его овцу, свою овцу, которая находится в поле. Вот такой текст. Сио это ешь. Сио это ешь. Да, да, да. Да, на... же буквы, да, что? Те же буквы переставим. Те же буквы переставим. Более того, если мы хотим писать овцу, то мы не, так не должны его писать. Тем более в стихе библейском, который аллюзия, там нет никакого сио. Это Иисус, да, и про Иисуса есть такая традиция в Сангедрине, что, значит, нельзя отталкивать людей, вот неправильно поступать так, как поступил Яшу бен Прахе, который оттолкнул Иисуса двумя руками. Там есть это вот «оттолкнул двумя руками». Дальше, о чем же здесь говорится? Тут есть Метатрон, который очень часто отождествляется, это отдельная тема, с Иисусом, да, верховный ангел. И, значит, и говорится, что есть овца, которая потерялась, заблудшая, от, как бы, отбившаяся от стада. И как бы ты должен ее вернуть, да, если ты увидишь, даже если это не твой друг. Но если потерялась овца, ты не должен, как бы, ты должен вернуть. И он назвал Тиферет, обращаясь к Тиферет, это твой ненавистник. Да, то есть Тиферет, божественная сфера Тиферет. Она есть ненавистник, который оттолкнул. А кого оттолкнула Тиферет по, так сказать, каббалистической мифе? Она оттолкнула Малхут, она оттолкнула Шхину. Есть про это очень много, есть там фраза «Ишлих мишамаем арец Тиферет Исраэль». Это читается так, что Тиферет сбросил землю с неба. Земля – это Малхут, и Тиферет ее оттолкнул. Сбросил – это то самое разлука, это изгнание Шхины, это та самая разлука, значит, разлука между собранием Израиля и супругой. Но здесь место собрания Израиля и Шхины занимает вот этот самый персонаж Сио, да, заблудший овца, который пишется точно как Ешь. И вот это вот возможно, что тут, как бы сказать, есть какой-то проект. Тогда, может быть, что есть тут какой-то проект, что ли, прозелитизма или гиюра не христиан, а христианство, что, как бы сказать. Но если это так, то это поразительно, я не знаю. Но, в принципе, каббала, значит, способна на, так сказать, вот это вот, значит, каббалистическая антология, она дает возможность для каких-то совершенно удивительных вещей, которые не... так просто не придумаешь. Вот. И в связи с этим, как бы, ну, в какой-то связи с этим я хочу в последнюю тему перейти в псалтырь Федора Иудея. Значит, это вопрос, проблематичный вопрос, насколько это связано с литературой жидовствующих, опять же. В частности, потому что на колофоне этого, значит, сочинения написано, что оно, значит, по благословению, ну как там, я не помню, я думаю, что тут есть кто-то, кто лучше помнит, митрополита Иона в каком-то году, типа 60 каком-то, 1460 каком-то, в общем, до всех событий, еще до, так сказать, при предыдущем митрополите, значит, Федор, значит, из иудеев, который крестился, вот он, значит, перевел эти псалмы. Значит, было издание Спиранского, и там есть вводная статья, об этом писало довольно много всяких церковных историки. Шмуэль Эттингер, в своей статье «Жидовствующих», про жидовствующих он сделал это кругольным камнем в своей концепции «Анализ псалтыря». Он показывает, что это иудейский текст и, как бы сказать, возможно, даже с некой обработкой антихристианской, то есть, скажем сказать, в сторону, что он изменял текст, чтобы в нем не возникали христианские коннотации, потому что очень легко, переводя там, если мы Мессию, как бы сказать, вполне грамотно перевести как Христос, да, ну, значит, соответственно, значит, коннотации у этих слов разные. Но, значит, Шмуль Эттингер, значит, неважно, сейчас он построил вот, значит, некую концепцию. С ним многие не соглашались, в частности, Лурье.
Константин Цукерман в 87 году написал статью, значит, тоже на эту тему. И статья достаточно интересная, он как бы продвинулся дальше, чем все остальные, просто в анализе текста, который, так сказать, перед нами есть. Потому что люди, как бы, ну, максимум установили, слава богу, это к концу 19 века, что это перевод Махзора, а не какого-то апокрифического псалма, хотя Жюль Лурье ухитрился сказать, что перевод этот был связан с интересом к апокрифической литературе. Это не апокрифическая литература. Но, значит... Махзор, не Сидур? Махзор. В основном это... То есть там есть просто Рош ха-Шана, как бы куски на Рош ха-Шана. Часть брахот, они, конечно, общие для Махзора и Сидура, да? Поэтому это может быть и Сидур. Но часть принадлежат явно Махзору. Так что я хочу сказать, что его анализ, в общем, сначала он показывает, занимается ошибками, которые там есть, и он показывает, что, видимо, этот автор, значит, составлял текст по памяти. Возможно, хотя я думаю, что не все его аргументы, как бы сказать, но в любом случае это не важно, потому что это не объясняет. Объясняет что-то, какие-то отдельные ошибки, но не объясняет всего. Он говорит, он об этом, как бы Цукерман достаточно это хорошо понял, что автор совершенно свободно оперирует молитву, он ее дробит как хочет, склеивает как хочет и создает совершенно новый текст из, так сказать, из Махзора. То есть человек не относится к молитве как к некой цельности, как бы ритуальной некой цельности, да, в принципе. Там благословение, оно должно начинаться, оно должно заканчиваться. 18 благословений никогда в еврейской традиции не мыслится как отдельные куски. Он свободно совершенно, значит, лепит, как бы сказать, что-то свое из кирпичиков или даже меньше, дробя эти кирпичики, он лепит что-то свое. Ну, возьмем один пример, тут, пожалуйста, перед нами один пример. Благословен ты, Господь, Бог наш. Да, насчет, там есть много замечаний, обычно весьма нелестных по поводу его языка, по поводу его, так сказать, владения языком. Я этого не чувствую, поскольку я, как бы сказать, не очень в этом разбираюсь. Ну, значит, сотворивший человека из разума, творящий путь духу идущую, слышавший, видевший руками, движущий, ногами идущий, и сердцем, и смыслом тебе разумеющий. Значит, начало – это благословение, известное благословение, которое произносится после справления естественных надобностей. И там, значит, вначале говорится примерно так: «Благословен Бог наш, Царь Вселенной, все точно, который создал человека в мудрости». Тут сказано «из разума». Ну, из, возможно, что это, как бы сказать, ну, на основании разума, да, но это, тем не менее, то же самое в мудрости. Дальше идет некое продолжение, которое... Потому что, правильно говорить, сотворил его искусно, да, сотворил его разумно. Ну, да. А, из разума, это в смысле... Нет, перевод, правильный перевод еврейского текста. Это возможно. Я переводил здесь дословно, чтобы было открыто. Я более того, был так, как ты говоришь, я это переправил, как бы, чтобы было. Этот перевод, как бы сказать, ну, претендует на то, чтобы быть более-менее подстрочником. Действительно, в мудрости обычно имеется в виду, значит, ну, как, атрибут творения, как в мудрости. Дальше что-то, вот следующие слова: творящий путь духу идущего, слышавший, руками движущий, ногами идущий, сердцем и слышим тебе разумеющий. Этого нет в источнике, нет вообще в еврейской молитве. Это от автора, надо сказать, тема разума для него центральная, это Цукерман тоже отмечает справедливо. Разумеющий, дают хвалу тебе, нет, дают
хвалу и милости Твоей. Это, видимо, продолжение, значит, что человек, значит, способен делать это, и вот воздавать. Дальше начинает снова называться к тексту. Открыто ведомое пред Тобою и пред престолом чести Твоя, аз бы един от них не исправися, или прибых из мысли вон Твоей творения, немощно стоять и противу Тебе, Господь Бог, дело Твое дивно сотворящее. Значит, на иврите открыто ведомо перед престолом славы Твоей, что если откроется одно из них, в смысле одна из полостей, или закроется одно из них, одно из отверстий, невозможно будет существовать и стоять пред Тобой. Да, значит, тема совершенно другая. Тут, значит, он элиминирует этот перевод, совершенно элиминирует вот этот физиологический аспект, физиологическую как бы привязку молитвы, которая, значит, служила там, значит, предметом насмешек, так сказать, там, не знаю, начиная от французских однодумцев и до, значит, наших дней, может, раньше. А, значит, он это тоже, им это тоже, видимо, не близко, он это элиминирует. И, значит, создает некий, значит, новый свой текст. Дальше к этому же тексту он присоединяет «Птица, дающий разум, познавший между дни и ночи». Это благословен ты, Господь, Бог, Царь Всемирный, который дал петлю разумение отличить день от ночи. Ну, как бы близко к тексту, но, во-первых, это призывает к предыдущему благословению совершенно, значит, что не имеет никакого основания. Только он общего это, скажем, тут есть петух, а тут вообще птица. Дальше идет алчен на месте сотворивший ми вся потребный во время земета. Последняя фраза более-менее соответствует наг бе одести. Это вот это будет благословен Господь, наг бе одести. Я пропустил, да? Это благословен Господь, одевающий ноги. Есть такое благословение. И то же самое сотвори ими вся потребная. Это благословен ты Господь, сделавший мне все, в чем я нуждаюсь. Ну, значит, пример. Значит, тут есть такое, что он отличает вещи от какой-то конкретики. Он свободно их, так сказать, оформляет. Это, в принципе, видно, так сказать, во многих местах. Это, можно сказать, общая тенденция. Я бы сказал, вообще говоря, я вот задумался над этим, как это может быть, почему, как бы сказать, какая в этом... Как это может такое происходить в средние века? Потому что в каком-то смысле, я думаю, что это можно назвать, что реформистский седух, так сказать, 15 века. Это интересно, потому что даже реформисты, они как бы, они достаточно свободно обращаются с седуром, но, пожалуй, значит, этот автор обращается с ним еще более словно. Понятно, что на ошибки памяти совершенно невозможно списать, что... Это тексты, которые он знает, в этом нет проблем. Значит, вот дальше идет, как бы, вот это более-менее Цукерман, я думаю, тоже это увидел. И, значит, но дальше у него идут аргументации, которые, ну, вы можете прочитать, статья доступна, я ее вам переслал, и она есть в интернете. Его аргументация, как бы его объяснение этого, она непонятна. Во-первых, его утверждение, что он... находит какую-то... То есть он хочет сказать, что автор действительно христианин, и вот он создавал такой текст. В конце концов, понятно, что это, как бы сказать, тезис не очень, как бы сказать, можно трудно себе принять. В конце концов, у него появляется такая формула, что он где-то посередине между иудаизмом и христианством. Этот текст отражает такое середины состояние. Я не знаю, как точно переходит из иудаизма в христианство, действительно есть такой плавный переход разных
промежуточных состояний, значит, где можно вот создать такой текст. Но все, что он пытался найти как христианское, значит, я не вижу там, значит, ничего христианского. Более того, если он хотел найти, это все, что он нашел, это, по-моему, доказывает противоположный тезис. Потому что, ну что он нашел? Он нашел, например, что там есть, перечисляются чины ангельские. Их перечисляется 9. И они те самые, которые, скажем, перечисляют Маймонид. Технические, как бы, термины для чинов ангельских и еврейской традиции. Но их 9, он говорит. А 9 это значит Дионисия Эпагит, а в еврейской традиции их 10. Но, во-первых, в еврейской традиции можно найти тоже 9, именно вот тех ангелов, которые им перечисляют, скажем, в ашкеназских там сигурах средневековых. Во-вторых, в христианской традиции можно найти 10 чинов ангельских, например, кстати, в Фалее там и так далее. А есть другая вещь, которую он говорит, что то, что они, то, что он использует как одну из молитв, молитвы трех отроков. Ну, понятно, что, значит, автор читал действительно, как бы сказать, значит, ну, как это сказать, синодальную, соответственно, переводную Библию, и он это знал, это включил, никакой там идеи в этом, значит, в этой молитве трех отроков специально христианской, а не иудейской, нет. То, что он говорит, что там вся природа антропоморфном каком-то обличии хвалит Бога, это есть полно в еврейской традиции, в том числе в Парикшира, который упоминает в примечаниях, но на самом деле это вполне, как бы сказать, дает достаточно яркий пример той же самой идеи. В общем, нет там никаких свидетельств никакого христианства. Нет также, вопреки Эттингеру, никакого, так сказать, следов никакого антихристианства. И если подумать, что это может быть, что это, как бы сказать, для чего может возникнуть такой текст, я не вижу, хотя это доказательство от противного, которое, как бы сказать, проблематично, но я не вижу другого смысла, как то, которое действительно, как бы, приписывается тем, кто принимает отождествление этих псалмов с теми, о которых пишет Геннадий, что, значит, они, у них есть тетрадки с псалмами, по которым они правят по-жидовски, значит, правят свою молитву, что это создавалась молитва специально, как говорится, non-sectarian, не, так сказать, не сектантская молитва для вот этих вот, значит, жидовствующих. То есть это... Вот это именно, как бы, соответствует тому, что мы говорили, что, как бы, не идея обращения в какой-то, значит, галахический, так сказать, иудаизм. Хотя люди, скажем, у Шемы Хеймски нет никакого сомнения, что он был вполне реалистический человек. Но вот в этом его мессианском проекте, видимо, как бы, вот то, что мы говорили, что то, что мы говорили про прозелитизм, я думаю, что, в общем-то, идея этого сидура, она вполне... Махзор, или как его назвать, в Псалтире, она вполне соответствует вот этой такой идее прозелитизма совершенно другого. Она может совершенно, как бы сказать, иначе осветить вопрос, а как это могли быть какие-то жидовствующие, которые при этом существовали там в русском обществе, в христианстве, так сказать, в контексте там церкви и так далее. Ну, все, я, пожалуй, на этом остановлюсь. В той части, когда вы говорили, как пришли к этой теме, что вот есть некая рукопись, насколько я понимаю, это конвертут, в которой собраны несколько, 5-6-7 разных рукописей, это христианские рукописи, которые, по всей видимости, были... Нет, ни в коем случае. Нет, христианские, было иудейские рукописи. Это все иудейское, все на иврите, они просто те же, как бы, те же названия, те же сочини, которые мы имеем по-русски. Ну, по славянски. Расскажите, пожалуйста, об этом. Где она находится, какой ее объем? Это рукопись, которая соединена вместе. Сейчас вы прямо ее рисуете. Сейчас, примерно. Когда там. Рукопись ли это. Это конвалют, который сделан позже, или это конвалют, который существует. Там достаточно много свидетельств, что этот кодекс был во владении Моше бен Яаков. Ну, собственно, Моше Шилану, значит, знает про это достаточно.
Я просто могу дать, я послал, по-моему, вот в письмах, их можно разослать, описание, роспись полную этой рукописи, очень подробно, 5 страниц из каталога Шварца. Да. Я получил. Да, в своей статье, которую вы получите, там есть все дополнения. Да, я В общем, у меня есть, ну, как бы... Страниц 400, листов, наверное, 400, нет. Ну, в общем, объемно. В каком она собрании находится? Не помню, там все написано. Я забыл, как это называется. It is in the Denknagel collection in Vienna, and we know something about the history of this collection, and it was probably, we know that Moses of Kiev lost his manuscript, it was stolen, and when he was taken prisoner. Prisoner, right. And the manuscript was stolen, and they, we know that they ended up in this Denknagel collection. The details about. В общем, вы получите как бы максимум информации, ну то есть можно еще, но как бы очень много информации просто вот эти 5 страниц описания этой рукописи у Шварца. Шушан Судот, по какому изданию, по какой рукописи вообще публиковался? Шушан Судот публикуется сейчас, насколько я знаю, как комментарий. Нет, нет, это не так. Значит, это разные, два разных сочинения. Есть комментарий к Сефер Яцира, который иногда называется Отцар Ашем. Он не называется Шушан Судот. Шушан Судот, часто он говорит, и как бы очень в таких заманчивых местах, что он говорит, по поводу того, что он это объяснит, он говорит Отцар Ашем Его. Что эта фраза, я не знаю, значит. Потому что в том Отцар Ашем, который напечатан, нет этого. То есть это, может быть, еще было какое-то сочинение Отцар Ашем. Значит, есть комментарий достаточно маленький, ну, интересный, но не суперинтересный, к Сефер Яцира. Есть Шушан Судот, это отдельная книга, она была издана, и, в общем, она издается, она в Корице в 1704 году, и, наверное, по этому изданию она перепечаталась, потом в Лембе, потом сейчас, так сказать, много изданий. Рукопись весьма испорчены. Рукопись не знаю какой, но как бы весьма испорчены. Есть хорошая, есть много, ну то есть много, порядка десятка рукописей точно. Есть хорошая рукопись оксфордская. И она довольно хорошо читается. У меня есть какой-то кусок ее сфотографирована. Она интересна, потому что там. Вам она будет интересна, потому что там довольно много магии, которая выкинута в печатном издании. Она в Бодлияне. Что? В Бодлияне. Да, наверное. Да. Ну, в общем, она как легко, это все вот можно здесь, ее пройдя 300 метров, можно ее прочитать. Да. Значит, окей. Да, пожалуй, это то, что... Есть ли у нас еще какие-то рукописи где-то вот по европейским собраниям, которые можно атрибутировать как рукописи, находившиеся в Фонперфекте в собрании Моше Киевского? Или ну, это, кстати, Моше, это, в общем, Моше этим занимался. Ну, то есть, во-первых, есть его сочинение, и, может быть, даже, говорят, его автограф. Кто-то говорит, ну, да, я не уверен, вы высылайтесь, да, я не уверен, да, ну, в общем, есть его, как бы сказать, во-первых, есть его собственные сочинения, насчет того, есть ли принадлежащие ему рукописи, то есть известно, как бы, из всей его истории, что у него была библиотека, шеф-библиотека, он, когда там, его отхватывали в плен несколько раз, он выкупал, как говорить, примерно, может быть, библиотеку первую, потом детей, потом, не знаю, в общем, короче говоря, это было, как бы, фигурировало его библиотека во всех их перипетиях, очень
заметно, да, что взяли в плен библиотеку, взяли в плен детей, взяли в плен его, фигурировало. В общем, у него было много книг, впечатление такое, что он был, наверное, все-таки достаточно богатый человек, потому что, в общем, как бы уже в молодые его годы для него переписывали рукописи и так далее. Вот. Но я подробности, я, во-первых, не помню, значит, потому что я это все, значит, этим занимался, значит, 15 лет назад, и сейчас вот только, ну, меньше немножко, 12 лет назад, и сейчас я освежил это. Там есть много всякой технической информации, вот я думаю, что Моше владеет. Есть как-то. И другие, но это же венской. Есть, вообще он очень-очень интересный, ну, помимо, значит, вот именно принадлежащих ему рукописей, его, он очень интересный. Меня все спрашивали, когда я этим занимался, как бы сказать, ну вот какой он еврей, откуда он, как бы всех волнует, как бы сейчас это стало вообще супермодная тема, значит, откуда вот эти вот евреи, ранние евреи, как бы сказать, Руси. Вот, собственно, тоже статья, значит, евреи Канаана, значит, статья Моше, тоже она касается этой темы. Я не могу сказать, то есть я этим не занимался, не мог ответить на все, спрашивали откуда. Я могу сказать, что понятно, что его, в основном его образование идет из Византии. С другой стороны, он удивительно, как бы сказать, его связи удивительно разносторонние. В частности, это тоже отражено, кстати, это сравнение из новых как бы находок из Петербурга. Есть его рукопись по поводу, ну, там, кедушахот, как это сказать по-русски, ну, всевозможных календарных вопросов, где он обсуждает мнение Йом-Тов, значит, Йом-Това Липмана, так сказать, незадолго до того, видимо, писавшего или умершего, незадолго до того, где-то в Богемии, может быть, в Праге. Это, значит, тема связи с Прагой. Между прочим, с Прагой я тоже этот вопрос не расследовал до конца, но у Тюнца мне попалось упоминание, что Авигдор Кара, поэтан, действующий в Праге, писал о конце, так сказать, света в 1492 году. Интересно, что этот Авигдор Кара появляется в заглавии, почему-то в заглавии Сефера Плия. Ну, как такой апокрифический, но, значит, то есть его связи тогда с богемией возникает вопрос. Дальше есть какая-то удивительная вещь, что текст, видимо, его появляется довольно рано в некой рукописи, которая мне нужна, я не 100% не гарантирую, но, по-моему, которая переписывается в Дамаске. То есть каким-то образом, значит, какие-то связи разные, интересные. Раньше все-таки, да, будет. Я как бы вот это упоминание утекло. Бригада сдавалась, она, между прочим, сдавалась в тех же изоляциях. В общем, они не родственны духу. Это очень важная, интересная книга. И существует еще одна книга, ну, как бы сказать, того же автора, принадлежит, по сути дела, часть одного сочинения, называется «Сефер Кана» или «Кане». И это каббала, которая, значит, включает в себя очень много, намешано там много всего, но вот как считается, и, в общем-то, как бы косвенным результатом моих рассмотрений тоже меня утвердило в том, что эта книга написана в Византии в начале 15 века. Она есть вполне как бы важная, очень влиятельная книга. Лехно. Да. И вот еще не мог. Тем более,
Я думаю, что нет оснований не, так сказать, отвергать традицию, что он там наводил какой-то порядок, устраивал это какие-то токанот. То, что он создал общину, это одно. То, что он якобы написал именно Махзор, это другое. Это правильно. Ну, как бы это всегда авторитетным, как бы с ранним автором приписывать всегда хорошо. Я не знаю. Кто-то работал с позором как? Да, конечно. Не, вопрос его, как бы вообще вопрос, между прочим, по поводу мошенника киевского, это тоже никто. Там Цукерман, между прочим, где-то говорит, что вот это вот мусор ашкеназский. Какая, как бы сказать, варианты, как бы тексты молитвы, когда у нас нет никаких внешних свидетельств и ссылок, то варианты молитвы, это, в общем, часто является способом, как бы сказать, определение, откуда этот автор. И по поводу Моше из Киевского, ну, нужно это сделать, и по поводу... Не Моше из Киевского, извиняюсь, Федор Иудея. И по поводу Моше из Киевского, да. Нужно это проделать, то есть выбрать все цитаты из молитвы и посмотреть, значит, какой носок. Это как бы дезидерат, это я как бы собирался, но не сделал пока. Миша, еще вопрос, значит, вот, как бы вы работаете с еврейскими и славянскими источниками, а вот эти традиции, вот календарные традиции, про которые вы говорите, они существуют в греческом, скажем так, византийской традиции. Я думаю, может быть, они могли, так сказать, как бы вот эти вот эгейские традиции, о которых вы говорите календарно, они могли как бы войти в христианскую традицию на уровне греческого периода, а потом как бы уже как бы транслировать. Возможно, так сказать, это возможно, но это возможно. Ну, во-первых, тут нужно поговорить про разные. Но есть одна подозрительная как бы вещь, которую я тоже не знаю, что сказать по этому поводу, но как бы есть какие-то. Во-первых, то, что почти вот все то, что мы видели, все интересные вот эти традиции по поводу прозелитов и по поводу этого года, они идут из Византии, из Сефероплия, который, я говорю, начало 15 века. Дальше, похоже, что интерес к шестокрылу, он тоже где-то там. И, между прочим, перевод шестокрыла, мне кажется, что у Марка Эфесского, мне кажется, был шестокрыл или что-то в этом духе. Там, в общем, вот те люди, которые были на Феррар-Флорентийском соборе, они, как бы сказать, то есть интерес шестокрылу, значит, нужно его отодвинуть назад еще лет на 30-40 и передвинуть как бы из России куда-то, значит, ну, или в Византию, или там в Италию, что в каком-то смысле тогда. В общем, возможно, что какие-то, значит, какие-то вот эти вот темы уже начинались там. Это все как бы действительно интересно и непонятно. Есть такая еще любопытная вещь, которую можно было перенести, но это скорее, может быть, из области типологии. Но вообще отдельный разговор, что этот 1492 год был, как бы сказать, эсхатологической датой очень значимой. Именно скорее 492, не 490, был до Испании, как бы в Испании он играл очень большую роль, до изгнания в 1492 году. И есть очень интересный текст, автор пишет в Кандии, основываясь на Сефер-Плие, он по поводу того, что есть год Ран, 1490, он интерпретирует события в Италии по поводу, так, там Карл тогда, какой, я не помню, какой номер, значит, Шарль, я не знаю, как его сказать, он, в общем, выяснял отношения с Папой Римским, и, и, в общем, он интерпретирует, он говорил, что вот об этом говорит, что придет царь Севера, и, значит, он изгонит, главу, так сказать, идолопоклонников и так далее. И вот там как раз этот Карл, который изгоняет папу. И, в принципе, возможно, очень похожая вещь происходила, когда евреи с Киева интерпретировали какие-то трения между великим князем и церковью в России. Сакко де Рома, это 16 век.
Ну да, но я говорю, что вот человек пишет примерно в это же время, по горячим следам. Так вскоре после 1490 года у него тоже есть некое удивление, что надо сказать, что значит, события не помню. Ну, они соединяют там Эзекииля, Гога Магога с Даниилом и так далее. Очень известный такой рецепт. Но в общем, это в каком-то смысле это не была такая локальная вещь, вот вся эта, как бы сказать, выражение вокруг этих дат, это было что-то такое очень достаточно широкое. Здесь речь не идет о том, что кто-то у кого-то здесь заимствовал эти календарные традиции. Речь идет о том самом common pool, да, который был как бы, да, в распоряжении и византийцев, соответственно, и славян, и который развивался по всей видимости у евреев византийских под влиянием, собственно, христианской традиции. Да, то есть ты не утверждаешь, что, собственно, вот в календарном твоем аргументе здесь речь идет о каком-то прямом. Я думаю, я скорее вижу это так. Я скорее вижу, что идет борьба, как бы сказать, с каждой традицией хочет другую интерпретировать. То есть я думаю, что. Это на византийской еще почве происходит, да? Возможно. То есть, ну, сеперопалея это на византийской почве. То есть, они, безусловно, там видно, скажем, это Геннадия, ну, Схалария? Схаларх, как его зовут? Ну, последний патриарх Византии. Схаларий, Геннадий Схаларий. Он там пишет, как бы видно, вот, что действительно конец света, 7 тысяча. И, значит, они, как бы сказать, они это видят, но они, соединяют с этим. Это, как бы сказать, некая борьба идеологическая, так сказать. По поводу этой 7000 лет, мне кажется, вы учитываете, что насколько это реальная была проблема для богослужения христианства. Эта пасхалия была составлена на 7000 лет, до 1492 года. На Руси сами не составляли пасхалию. Понимали только то, что из Византии, поэтому это был кошмар. Или прекращать богослужение в 92 году, или его продолжать. А как продолжать, если вы? Поэтому здесь это рассуждение тысячи лет связано только с внутренним состоянием богослужения христианства. Здесь довольно сильная проблема, которую надо решить. 532 это тоже страшно важно, потому что это основа богослужения. В 19-летнем лунном цикле через 19 лет совпадают дни и числа. В 28-летнем солнечном цикле через 28 лет совпадают дни и числа. А полное совпадение вот умножается через 532 года. Поэтому это, даже сегодня богослужение идет только по книгам. Никто не может самостоятельно определить, что это в книге, где читать, какого святого вспоминать. Поэтому это была очень серьезная и актуальная задача. И мне кажется, в том, что вы приводили, скорее вообще можно говорить о влиянии, о христианствующих людях, чем о действующих христианах. Все материалы говорят как раз о влиянии из этой среды. И люди, или иудеи, или евреи, или кто бы то ни был, жившие в этой среде и видевшие какое-то волнение вызывает вокруг, они на это реагируют. Поэтому вот эти 500 плюс 32 – это своя собственная иудейская реакция на то, что волнует соседей. А соседи реально волнуют это всегда. Не в связи с каббалистикой, а в связи со основой жизни, богослужения. И там потом, в конце концов, это получили очередную пасхалию связи. Зосима издал. Да, а так это было никак невозможно это решить. Вызвана вот эти проблемы. И вот я думаю, что этим вызван некоторые точности как раз вот в источниках еврейских жертв, что приходит на 1000 лет, когда пребывает в разрушении Израиля. Конечно, это намек на апокалипсис, это единственное место, где говорится в этом. Но там страшно не симпатично в отношении этой тысячи лет и правильные цитаты из апокалипсиса.
Иосифа Волоцкого. А человек, который плохо понимает этот материал, его интерпретирует в своем духе и, в общем, ошибочно. Приписывает это самому Иисусу и давая ему положительный смысл. Или это полемика с христианской традицией, или это неточное усвоение. У него могли быть, конечно, неточные плохие информации на этот счет. Похоже, что здесь симпатию усваивает с традицией, но интерпретация неточная. Вот. Поэтому я думаю, что в этом вопросе календарном скорее идет отражение той ситуации, в которой писал наш автор. Ему приходилось реагировать на окружающую среду. Вообще, я тоже сам согласен, что серьезных причин считать, что ересь жидовствующая была, нет. Потому что обычные еретики не говорят, что мы нет. Мы не еретики, они говорят, да, вы еретики. Мы считаем так, это правильно. Единственный случай это вот как раз Испания, эти мараны, они не без, прятались. Но все эти Алексеи и Денис, они были не были крещенные евреи, правда? Это были нормальные восточные славяне, выросшие в христианской среде. Поэтому их то, что они отказываются от своего приписываемого им еретичества, это какое-то совершенно уникальная вещь. И наводит на мысль, что проблемы были в другом состоянии. К тому же слово «жидовин» может значить просто «еретика». И жидовствующий это просто может быть генетический мужчина. Это нормально. Другие случаи это генетики. И вот в этой книге Мах-Зор тоже ведь Зохар. Здесь вот смотрите, вот вы отметили, что это новозаветная тема, да? В конце. Одна жажден был напоить, галчен комиссии. Но это ведь не только тема, здесь прямо идет цитата из Евангелия от Матфея, и она не согласована с окружающей средой. Так что и здесь тоже надо исследовать это, на самом деле, вопрос текстологии прежде всего. Да. Было ли это в этом источнике? Нет, эта фраза, вот этот кусок, он есть в псалмах тоже. Да, но это интерполяция из готового славянского текста. Она могла быть в данной рукописи просто, а не восходить в архитектуре. То есть вот это вот уже интересно, да, это я не могу. Это сложный, я... И здесь тоже опять мы видим влияние христианской среды на этот текст. То есть если бы кто-то действительно расписал, вот сказал, что здесь, как бы сказать, скажем, аутентичный славянский язык, и это действительно цитирование, там, а вокруг, допустим, какой-то устный, значит, разговорный. То любой славянин мог сделать все эти ошибки, которые здесь есть. Да. Конечно. В общем, это требует... Переводя сложный текст, славяне делали столько же ошибок, сколько и славяне. Они были в той же самой ситуации. А если для евреев все-таки бытовым языком считают вместе с нашей библиотекой сейчас, то выдвинулось две идеи, что бытовым языком он освящен своим родом. Каркавия с Александром Каркавия, так. Думаю, что если... Александр Каркавия, это автор юридического слова его имени. Да, очень... Они обладали, владели этим языком, точно даже как окружающих слоев. И все ошибки, которые здесь делаются, делаются по славянским книжкам. Поэтому способы ничего не будет. Вот какая там текстология у славянских? Вот я не помню. Там сейчас. Две рукописи, по-моему, да? Да, я не помню. Это сложно. К сожалению, просто был. Здесь прямо цитата. Это просто вставляется в текст. Это не текст. То есть... Ну, даже рукописи мало, но они близко довольно к оригиналу. То есть, там, это могло быть ничтожное значение. Гранский сказал все, что было, правда? Думаю, что да. У него есть там примечания на полях, но я не проверял это точно. Ну, во всяком случае, я понимаю, как бы, вашу позицию. Я думаю, что я могу согласиться частично вот с чем, что тут не идет речь о том, что тут есть какая-то сторона как бы принимающая, какая-то сторона влияющая. Тут идет такое сложное взаимодействие, и
как говорится, там, значит, ну, так сказать, танго там двоих. То есть, на самом деле, понятно, что они реинтерпретируют свою традицию в свете христианства, они интерпретируют христианскую традицию в свете еврейства. Вот что-то они создают. И я думаю, что вот это то, что они создают, это связано было с какой-то... Именно что я хочу сказать, что не было жесткого, как бы сказать, это не... как бы все попытки говорить о том, что это какой-то классический гиюр, они или что-нибудь в этом духе, классический прозелитизм, как мы его знаем, они совершенно здесь не подходят. Но тут вот какой-то совершенно другой феномен, но с другой стороны, я, как бы сказать, вот на основании того, что я показываю, там похожих вещей, я не могу сказать, что это было действительно какое-то чисто внутреннее, значит, развитие какой-то русский. Да? Вполне возможно, что были люди, которые, ну я не знаю, может быть, даже вот были люди, которые там, значит, крестились, но при этом, значит, они тоже что-то имели там, значит, в виду не совсем то, так сказать, что, значит, скажем, имели в виду бойцы с Иерусалимом и так далее. Да, можно думать о интеллектуальном таком движении, как вообще характерно для всей пререформации. Да. Ведь Ян Гус берет, создает графику по образцу Иерусалима, да. Откуда эти гадчики? Это же подражание священному. Ну вот даже да, потом, помимо того, что думают, это как бы... Да. Время происходит, усвоение. Прямо можно сравнить усвоение с тем, что писали, клиентов, скажем, то, что писали евреи про Лютера на раннем этапе. Да, они, ну, не знаю, не мессия, но примерно. Вот он приходит, управляет, так сказать, идолопоклонство и все такое. А если мы действительно считаем, что отрицание идолопоклонства — это как бы уже иудаизм, как бы, как мы, то, значит, тогда, вообще говоря, значит, это некое размывание, можно сказать. Но вот такая вот, короче, какая-то сложная в этом смысле, может быть, ситуация. Мне кажется, что определение интеллектуальное движение, оно, в общем, может быть проблематично, просто потому что оно анахронистично, да. Если, конечно, было религиозное. Если не мыслили в таких понятиях. Но религиозное, вот... Можем ли мы... Почему не мыслили? А это толкование Николая Далила, да, где он использует множество элементов из Раши, и вовсе не направлены на то, чтобы изменить мысли. В случае с Далилом это не интеллектуальное движение, это христианин, который пользуется еврейскими источниками. Нет, это целое движение, которое восходит непосредственно к Раши, монастырю Святого Петра в Париже. Это целая школа. Это первая школа христианская, которая вдруг становится библейской. Нет, я думаю, что... И на Восточной Европе тоже мы все время видим. Нет, возможно, как бы возможны разные модели взаимодействия, очень много разных. И вот то, что, то, собственно, ту сторону, которую муж особенно подчеркивает, вот эти вот логики жидовствующих и так далее, это действительно, как бы сказать, именно можно это назвать интеллектуальным, значит, интеллектуальным взаимодействием, интеллектуальным обменом, интересом. Но опять же, мне кажется, вот в свете того, что мы говорим, это все как-то переплеталось с религиозным интересом. И оно не было разделено. В этом смысле, как бы разделение — это анахронизм этих сфер религиозных и интеллектуальных. То есть здесь нужно придумать другой термин, да? То есть это межконфессиональный контакт, который не приводит к изменению конфессиональных какой-то основы. Да? Может, оно не, ну, скажем так, то есть это может быть как бы, я не знаю, резюмон какой-то, что разные участники одного, так сказать, процесса, одной встречи могут написать об этом совершенно разные истории. Да. И это, в общем-то, наверное, то, что происходит. И это может быть, как бы сказать, что вот здесь, там, я не знаю, какие-нибудь там попытки какого-то продвижения к там просвещенному абсолютизму религии разума, да, кто-то может сказать, а кто-то может сказать, это отвержение, так сказать, идолопоклонства и, так сказать, истинное исповедание демона, кто-то может еще. То же самое, значит, одно и то же вещь можно интерпретировать по-разному.
каждый как бы. Ну, как бы вообще евреи, вообще апокалиптическое сознание, это очень характерно, когда ты берешь какие-то события и какой-то реальности, ты силы на какой-то на это что-то, значит, какой-то втискиваешь, ну, так сказать, есть какое-то очень сильное ожидание. Ну, так как мы знаем, как сегодня, да. Эсхатологические настроения, они очень, так сказать, монголы, это 10 колен Израилев, а там Саддам Хусейн там, или Горбачев, или кто там. Гогом и Магогом не побывал. Это очень как бы сильно абсорбирующая, так сказать, структура, вот эта вот эсхатологическая структура. И поэтому как бы, человек, который настроен на как бы, ожидание эсхатологическое, он очень легкий повод. Это вот видно, Авраам Алеви такой был. У него это вот есть. Он буквально он вот такой, это 16 века автор, значит, буквально на каждое событие реагирует. Это вот и на каждое событие сразу это для него предназначение, предназнаменование там чего-нибудь. Для аргумента второго, да, связанного с актуальностью прозелитизма, да, для евреев ту же эпоху, когда функционирует это ересь, передвижение, была бы полезна какая-то типология. То есть есть ли еще какие-то случаи, какие-то подозрения на случай вот такого типа прозелитизма, где бы то ни было в Европе, близкое время. У меня ощущение, я хочу сказать, у меня ощущение, в общем-то, уникальности того, что, так сказать, что вот такое вот, как бы, вот так вот закручено, именно Каббала позволила это. Каббала ведь была известна не только. Да, но как бы. Вот, даже не столько, как это. Нет, это какая-то такая интересная очень констелляция, которая могла не повториться. Ну, может быть. Вот был жидовский как раз архимандрит монастыря святого Виктора в Париже. Значит, его начало этой деятельности было при святом Уго, там Юго. Это он, значит, расширил 1105 год, а Юго там 1140-й год. А дальше один из его преемников по монастырскому престолу прямо получил прозвище жидовский. Именно, но чисто интеллектуально, там ничего да, не было абсолютно в этой деятельности монастырской, чтобы нарушало христианский ритуал там, для основания мира. А вот это вот интерес к еврейскому тексту, усвоение некоторых вот этих научных традиций, да, и понимание, что Veritas Hebraica содержится не в латинском переводе Иеронима, а в самом еврейском тексте, это же вот было открытие эпохи. Вот же что, причем от Раши до Лютера, это длинный процесс получился очень. Несколько столетий. Сегодня мы трудно поверить, потому что мы живем в эпоху, когда процессы протекают невероятно быстро, все вот интеллектуальные. А там тогда уходило столетие, потому что начато при Раши, кончилось при Лютере, вот это отрицание ценности латинского текста. На самом деле очень важный контекст, который мы сейчас затронули, неслыханно важный контекст, который вводит нас в десяток проблем. Я написал себе раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь комментариев вот, по поводу того диалога, который у нас сейчас возник. Я не буду ни один из них перечислять. Это на полтора часа комментариев. Абсолютно. Это хотя бы зачитайте. Полтора часа зачитайте заголовок. Я просто хотел сказать, что для этой работы, которую вы делаете, чрезвычайно необходим общеисторический, общекультурный контекст второй половины 15 века с параллелями из других областей. И эти параллели напрашиваются сами собой. Это не только Ройхлин и Пика де Лавинандела, это целый круг вот того, что мы сейчас назвали Hebraica Veritas. Это важнейший кусок, потому что он весь строится на вхождении Каббалы, на введение Каббалы в христианское сознание. Но это уже 16 век. Почему? Почему это позже? Пика де Лавинандела в 88 году сидит и учит говорить со своими каббалистами. Это за 30 лет. Между прочим, я не знаю, такая, ну, есть странная у нас фигура Плетона или Плефона, который, значит, вообще стал каким-то таким язычником неоплатоническим.
неплатонического толка. Но вот этот самый Геннадий как раз Халарий пишет, что у него был, значит, учитель еврей, как его зовут, забыл, как его, не Шаяху. Ну, в общем, как-то, значит, была статья, где, в общем, оказалось, что он какой-то реальный вполне персонаж. Непонятно, чему он его учил, понятно, что не Зороастру он его мог учить, скорее всего, какому-нибудь Авераэсу. Значит, но вот, тем не менее, значит, просто это то время, и то, значит, вот как я говорю, что что-то растет из Византии первой половины 15 века. Это вот оно время. А потом, как бы, дальше это продолжение и в Италии, и так далее. Вообще, эта книга, она, как бы сказать, Сефер Аплия, она очень интересна. Но она могла быть сделана и в Киеве, потому что полия – это то же обычное слово. Не-не-не, это там есть другая этимология, это совпадение, такое забавное совпадение. Чудо. Чудо, да. Дивное. Есть такое выражение «мидраш плия», «странный мидраш». И там, значит, вот такой странный мидраш. Да. Я вот когда пишу на иврите, я думаю, как сделать, как писать полия, чтобы не перепутали. Та модель, которую ты описал, она немножко похожа на франкистскую, да? Как другая эпоха уже, конечно, но если искать типологию. Ну, в каком-то. А модель, которую пытаешься реконструировать, не знаю, как она посмотрела. Ну, там это, как бы сказать, там такая прям действительно, так сказать, там вот, ну, как бы реализована конспирология. То есть там действительно, в этом случае, они действительно переходят в христианство, как бы претендуя на то, что они что-то там изнутри, так сказать, с христианством. Тут все-таки этого нет, я не знаю, да. Тут скорее, скажем так, они настолько, значит, если правильно мы говорим, настолько вот эти вот вопросы, там, скажем, какие-то, может быть, теологические, значит, были важны, что, по сути дела, как бы все вопросы ритуала, может быть, были менее важны. Ну, скажем, возможно, что человек, который, скажем, при этом, если он отрицает, скажем, Троицу и говорит, что Бог один, то все, как бы сказать, больше ничего не нужно. Немножко другое. Да, то есть это, скажем так, это по сути дела то, что предлагали, это близко к религии разума, да, какой-нибудь рациональной теологии, там, Маймониды и так далее. При том, что где-то за этим в мотивировке присутствует каббала. Нет никаких признаков, что они преподавали, обучали каббале. Скорее всего, у них была каббалистическая мотивировка, но то, что они хотели, это скорее вот такой вот чисто, как бы сказать, монотеизм, что-нибудь в этом деле. В той части, когда вы говорили, как пришли к этой теме, что вот есть некая рукопись, сколько я понимаю, это конвалют, в которой собраны несколько, 5, 6, 7 разных рукописей. Это христианские рукописи, которые, по всей видимости, были. Нет, нет, ни в коем случае. Нет, христианские, было иудейские рукописи. Это все иудейское, все на иврите, они просто те же, как...